друзья, видео 360. Сейчас работаем на месте ДТП в Киеве на проспекте Лобановского, перекресток с Кривоноса. Здесь, к сожалению, постоянно происходят подобные аварии. Водитель Форда разворачивает, поворачивая налево, не пропустил автомобиль, не автобус 220 маршрута, который двигался прямо. К сожалению, серьезный удар, однако обошлось без пострадавших. Повреждения довольно серьезные. На месте работает полиция сейчас. И образовался большой затор от Головка в направлении Севастопольской площади, в направлении конечной автобуса 220-го. Скорость была не очень высокая, однако, тем не менее, водитель метров 5 протянул за собой Форд. Водитель Форда был пристегнут, не получил серьезных травм. Осколки по всему перекрестку валяются, и, к сожалению, образовался затор. Сейчас многие водители нервничают и занимают полосу общественного транспорта. Все, будьте осторожны на этом перекрестке, не нарушайте.